Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута, чтобы предупредить о нем орден. Звук какой-то такой тихий. Ты бы видел, как он стреляет! В жизни такого стрелка не встречал! Стрелок, говоришь? Тебе что тут надо? Слушай, пару десятков жбанов тут не местным прострелить не поможешь? Семен, опять ты за свое! Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Босман, ну ей-богу, ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил. Так я один могу. Нет, мне тут твоя авантюра без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, я пошел. Давай. Эх, знал бы ты, как они меня достали. Семен, ты вроде в движках что-то смыслишь. А че там у тебя? Да шут его знает. Все, меня бросили, да? Ну ладно. Все мигает. Мне вертикалку включать, что ли, придется. Короче, пока были, заглянули в их цирк урода. И шо? Не мешай. Ну, короче, там зверь такой, типа черная обезьяна. Типа гвоздь. Понял. Просто, я просто пойду. Так, что тут у нас? Усики. Усики. Чем тебе пузики не нравятся? Леща ему дай за это. Пузики ему не нравятся. Видишь какой? Пожурнал. Ну что, осмотрелся? У меня к тебе серьезный разговор. Подожди. Погоди. Я не походу, я пойду еще осмотрюсь. Парень, подкинь патрончика. У тебя-то полно. Ну на. Эх, побольше бы таких гостей, как ты, парень. Спасибо. Зашел, патрона лишился. Ну ладно. Мандосы, что ли? Так, ну ладно, в бар пойдем попозже. Сначала надо на трезвую поговорить. Ну давай, рассказывай. Алле. Я пришел. Извини, я сейчас занят маленько. Сходи в тир пострелять, что ли? В смысле? Ты че, мышь? Ой, ну вот начинается вот это. Я все сломал. Так, встали и вышли. Простите, ты что, не понял? Канай за столиком. Мы же тут уже ты полчаса. Ты тут вообще, а? На кого ты тут? Рамсы попутал вообще. Тихо, Тоха, куда пошли? Не, ну я чё сказал, кна! Ну сейчас всё. И барахло своё забери. Ну сейчас, сейчас. Не, чё так медленно? Так, быстро заказ приняли, но... Да нормально всё, Тоха, чё ты? Девок всех распугал. Мясо два раза. И ты чё, попутали? Сказал, бегом. Всё, всё, Тоха, сейчас всё будет.
А ты меня поить будешь, не? Надо же, новое лицо. Солите вы их, что ли? А ты глянь разок, как тварюка за решетку проберется. Я надеюсь, хотя бы ты меня напоишь. У них панцирь, ого-го. Ну кто ж на весу наливает? Пожалуйста. Спасибо. Так это же все, попасть надо. Хорошая штука, правда говоришь. Налить патрончик. Попроси своих мне броник сварганить из дома. Нифига, как унесло. Да не, спасибо. Одного хватит. Слышь, бандосы. Да ты в табло захотел, я уже принял. Ще, ладно, живите. О, отпустило. Нет, туда не пойдем. Ну, может, хоть посмотрим. Не подсматривай. О, приуныл. О, здорово. Ты мне так как раз и нужен. А то у меня слишком много патронов. Дробаш зря продал, ладно. Специальные цены на меню. Чисто конкретные маслята работают без осечек. Покупайте, налетайте. Пацанчик, чисто конкретные маслята, реально, бери. Лучший тир в метро. Живые мишени. Высокие ставки. Так, все продали, два патрона оставили. Это тоже можно продать, это тоже можно продать. Короче, два патрона картечи мне хватит, я думаю. Так, чё у нас здесь? Опа. Чё с тюнингом? Выглядит неплохо. Братва, есть чисто конкретные волыны, свежая поставка. Сюда нельзя. А работу подавай. Стрелок бывает меткий и быстрый, или мертвый. А, давай. Из каких ты? Глушитель стоит. А мясо свежее. Можно, кстати, поставить ПНВ-шный прицел вместо коллиматора. Стреляй метко. А, давай. Ну и здесь пацаны, глушитель. Да. Надо кому волыну. Есть реально, все, подходи. Здесь мне ничего не надо. Здесь, в принципе, можно поставить удлиненный ствол, но тоже не нужно. ЛЦУ тоже не надо, ну, все. Бывай, а что есть вообще? РПК, Ксюха, дуплет. Волына просто зверь. Аж вот. Гулять так гулять, да-да-да. Здорово. Так откройте. Слышь, открой. Ну и ладно. Я сегодня добрый. Мне сказали пойти пострелять в тире. Давай. Идешь на позицию и убиваешь всю живность. Успеешь до сигнала, приходи за выигрышем. Дайте лас ее закурить. Ну погнали. Прошу на позицию. Лишний раз подзаработать. Наггетсы. Пацаны, надо кому волынуть. Ого. Ну че, кто со мной забьется, что он все мазанет? Да хоть пол-литра. Если все попадет, два к одному. Да хоть три, ты че, он косой же, реально. Смотри, забери. Бедный Мишка. Всех почти прибил. Вот дает. Ну видишь, попал же он. Ну разве дураку везет? Пусть еще попадет.
У меня патроны кончились. Почему? Молодец. Держи патроны. Может, поднимем ставки? Не, не хочу. У меня патронов нет. Я только что все патроны потратил. Блях, надо патроны купить теперь. Подходи, не стесняйся. Пацанчик, братва реально как для себя крутит. Давай вот так. Быстрый пацанчик. Куда идти-то? Ага, вот. Да ну нет, ну в смысле сюда? Куда сел? Я успел. Так. Ой, и тут закрылось. Ой, милашка какая, привет. Киси, киси, киси. Ну ладно, отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с Кислым. Иду и к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик. Двинули дальше, дело не ждет. Что за... Чего снесла мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там все. Ну ты прямо атас. Ну прямо бешеный. Ну сказал бы по-человечески, что не в моготу. Что тебе станцевать, сладенький? Говори, не стесняйся. Я сама на выдумке гадарда. И это все? Странный ты какой-то. Эй, отстань! Если надумаешь вернуться, я всегда тут рядом. В принципе, рейтинг 18+, но я лучше не буду рисковать. Специальные цены на меню. Большие скидки. Самое свежее мясо. Покупайте, налетайте, разбирайте. Лучший тир в метро. Так, тут стреляют, ладно. Я там все равно уже все провтыкал, в принципе. Мишка. Тихо. Где Мишка потерялся? Найдем твоего Мишку, найдем. Не плачь. Где ты сегодня гулял? Я хотел Мишке показать, как тиры стреляют. А дядя на меня накричал, и я убежал. Ну, в тире, так в тире. Мишку отдай. Давай, парень, не стесняйся. Заходи, покажи класс. Есть маслята, перья. На позицию. Зарядить не дают. Чё по патронам? 4. Надо пойти еще взять. Молодец. Держи патроны. Давай. Может, поднимем ставки? Ща поднимем. Маслята, перья, гранаты. Наваливаемся, пацанчики. Ну, как хочешь. Ну чё, пацанчик, заходи еще. Чисто конкретно, всегда рад. Так, это будет заходи, 3 парень. Раза, да? Ты, я вижу, стрелок не из последних. Там у меня оставалось 2,7. Давай посмотрим, успею, может.
Есть маслята, перья, взрывчатка. Обрел, а ты упал. Вот дает, это уже интересно. Ну вот, вот так застрял. Ёма, снайпер, блин. Половина времени течет. Это уже интересно. Отлично. А за тебя, снайпер, я точно. Ну ты дал, стрелок. Мишку дай. Держи. Вот специальный приз. Обычно мишени до вечера хватает. Ну да ничего. Гриль простаивать не будет. Крыса. Держи мишку. Мой мишка. Мама, мишка вернулся. А ты далеко ходил? А пирожки были вкусные? Маслины были вкусные. Без меня. Ой, спасибо вам огромное. Я не знала, что что делать. Что нужно дяде сказать? Дядя помог мишке тебя найти. Ну, что надо сказать? Спасибо. Спасибо большое. Я еще и наварился на этом. Ему этого мишку Семен сверху принес. Игрушек здесь сами понимаете. Вот он и привязался так. Ну что, пошли домой? А можно я еще здесь поиграю? Хорошо. Мишку только в тир не носи больше. А потом пойдем домой. Так, хорошо, теперь куда? А, туда, понял. О, теперь здесь открыто. Они гонят нас. Да что ты паришься? У спири аккурат свежа. Мы по шустряку, никто и не прочухает. Чего болтать нельзя? Ну пошли. Опа. Однозарядный, конечно, пистолет это жестко. Я забыл, какой кнопкой прибивать их. Тренда свету. Ой, вот это чихнул. Доброй ночи. Это ж ты за светом идешь, да? Ну да. Не дошел. Секунду. Так, продолжаем. А ну не свети в эту сторону. Доброй ночи. Ладно. Доброй ночи не получилось. Там, оказывается, еще один был. Подходи, не стесняйся. Пацаны, надо кому вот. Бугор на месте. Ага. Вон туда давай. По переходу. Чешу, как на параде. Скажи, я позырюсь, как там нет. Да
Зырьте, зырьте оба. Так, надо было подождать, а то они вместе пойдут сейчас. На аптеке надо продавать, походу, тоже. Такая бесполезная штука в моем случае. Слепой капец. Чем они ходят? Блин, вот бы ревик я бы взял, кстати. Как бы выстрела одного в голову все равно хватит, а он шестизарядный, а этот однозарядный. Но стрелять я тогда в таком случае вообще не смогу, потому что у меня глушителя на нем нету, тут удлиненный ствол. Возьмем ревик, наверное. Называется, улучшил только что себе этот. Оружие. Чё это такое? Тоже с удлиненным стволом какой-то. Не, давай револьвер. Кто меня там увидел? Видал того в шлеме? Он крайнего раза чемоданчик притаранил. Кислый еще потом чемоданчик этот на Октябрьскую сказал оттаранить. Агитация там типа, все такое. Тут да, этот меня запалил. Что лажа все это про агитацию. Ну кто на чемодан с бумажками замок вешает? А че ж там было-то? Так это же. Знать бы. Меньше будешь знать, дальше проживешь. О, у него патроны. Тут откуда будет идти? Обратно возвращаться или там будет стоять? Ага, он обратно возвращается. Туда. Блин, такой свет от ПНВшки на прицеле. Как его не видно-то? Ходячее пятнышко. Ну где там проверяющий этот? Да ща уже будет. Да меня уже запарило его ждать. Ну может приспичило, тебе-то чё? Так часов нету. Как знать, сколько нам еще до смены париться? Давай, иди дальше. Блин, их там много. Пускай обратно возвращается. А куда он пошел? Ага. Как же он... Какие же они позы принимают, интересные. И фонарик разбил, правильно. Да на дюкер картинку обещал. А тут мазила и земля. Не могли что-нибудь поменьше, что намалевать. Так вы сколько надо и все дела. Вот, точнее. Сейчас только выберу, что покрасивше. А ну ты даешь. Вандалы, блин. Сейчас какой-то фигней ходят.
Мне интересно, вот у них отрубило свет, почему они не включают фонарики? Настолько сильно уверены в себе, что ли? О, этот не настолько уверен в себе. Фонарик включил. Ух ты, ё-моё, сколько вас тут. Не, ну когда уже промывать будет, я уже ждать не могу, честно. Только не поворачивай сюда голову. Ну вот и налей, а то чё, сорвись на него. Ты посмотришь, ничего с тобой не будет. Вот я ещё фильтр сейчас. Да нахер твои фильтры, трубы горят. Ну-ка погодь, Спири, чё за фильтр, чё за тема? Фильтр как фильтр от противогаза. Чё-то мне здешнее Пускай бухают там по-тихому. Оттарабанили на Октябрьскую сделать концерт. А, те самые заводские. Ещё маслом пахнут. Хорошо. Говорю, на Октябрьскую цирку родов приехал. Блин. Их там два было. А нет ли у них там такого небольшого зверя, вроде черной обезьяны? Так это же не надо, походу, завязывать с бухлом. Да-да, завязывать с бухлом. Вот то, что ты начал идти, это хорошо. Что там произошло? Все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Осуждаю. Так, спокойно, спокойно. Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежать, суки! Артём? Ах ты, сука! Ушёл, гад! Ну нафиг ты сюда полез, блин! А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допёр? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебе отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Да. Идем быстрее. Ну пошли. Из-за тебя же ушел. У него траванул, что ли? Что там по патронам у меня? Надевай. Это тебе мой презент. За бандит. Маловато, сынка. Благодарочка. Все?